Плюсы от наших механических установок, наверное, в том, что мы действительно видим, как стреляем. Не видим, да, куда там стрела пускай попадает, но мы видим закрытую мишень, видим промахи, видим свои штрафы. Здесь вот один момент был у меня спорный. Ну, даже два момента, вот как бы я, когда вот на штрафной круг заходил, я не знал, там задел я, не задел габарит. Ну, думал, что да, действительно промазал. И там еще был один спорный момент, тоже, видать, по габариту, но там не засчитали попадание.